Травму я получила в 2013 году во время плановой операции, посвященной варикозным расширениям вен на нижних конечностях. И произошло кровоизлияние в мозг во время операции. Первый опыт реабилитации после травмы у меня разный, как бы комплексно проходил. Входили туда мероприятия, как физиотерапия, ЛФК, массаж, бассейн. То есть это была комплексная реабилитация. Первые ощущения были, ну, что-то новое, да, как бы неизведанное. Было, в общем-то, как-то сначала непривычно, ну, какие-то моменты пугали меня. Эмоции были, в общем-то, радостные. И, в общем-то, желание было, возникло, как бы дальше продолжать, в общем-то, движение. Изменения получила я сразу же после первого занятия на экзоатлете. Оно возникло в минимальном, как бы, вот, действии. Но каждый раз это действие как бы нарастало, с каждым этапом тренировки нарастало это мои действия. Учитывая, что у моей травмы уже 6 лет, и как бы на этом останавливаться не стоит, потому что новые движения, новые как бы положительные эмоции в своей реабилитации я уже ощущаю сейчас на данном этапе. Стремление. Ну, естественно, цели много. Двигаться самостоятельно, без посторонней помощи, без посторонних как бы вспомогательных приспособлений для вот. Цели ездить самостоятельно на транспорте, городском транспорте, овладеть, цели много на самом деле, овладеть транспортным средством самостоятельно. Я считаю, что да, это большой помощник для дальнейшей реабилитации, даже на поздних сроках реабилитации.